Так, играем за Дикого. Карта таможни. 9 утра. Буду комментировать игру, если не сорвусь первые 2 минуты. В последнее время начали валить свои же. То ли много народу новых пришло, которые не понимают суть игры, либо просто людям похрен на минусы, которые не получится убить со своих. Поэтому они не парятся. Считают, что ут, который у тебя, покроет минус репутации. Мне тут будет подмяукивать кошка за моими котятами, поэтому посторонние звуки могут быть мяукающие. Это будет даже изюминка в этой игре. Забавные кошки. Загрузка лута. Так, дождь идет. С одной стороны, это хорошо. Не слышно будет тебя. Ну, опять у меня крысик появился. Ну, что это такое? Косяк уже во второй игре. Перезагружаться неохота. Так, куда нужно нам покинуть территорию? Так, склад 17, ЖД до Таркова. Угу. ЖД к порту. Погнали. 20 минут. В принципе, основная игра уже, все, кто зашел, либо уже убиты, либо убили. Должно быть горе трупов. Хотя не факт. Если играю за ЧВК, то на 20 минуте как раз где-то на середине карте нахожусь. Играю не спеша, а потихоньку. Спешить тут совершенно некуда. Если поспешишь, лут отдашь. Сам придумал. Наша задача — собрать лут больше от. Кто там передернул затвор? Показалось. Погнали дальше. В чем мне нравится Тарков? В том, что здесь не как в КС, нужно, не знаю, там скилл натачивать, знать, как физически оружие себя ведет, там, не знаю, в этом Тарков будет более-менее ближе к, поближе к реальности, что ли. Но еще и сноровка, как и в реальном бою. Уши — это твое все. Услышал ты первый, будешь наготове, и враг, в принципе, сам на тебя выйдет. Дождь — с одной стороны плюс, не слышно тебя, но и минус, ты не слышишь врага. Угу.
был случай на даже карте. Был вот под мостом, который только что пробежал. Стоял, мониторил. Играл за чувака, мониторил ботов. А услышал с той стороны шаги. Просто стоял, ждал за забором. Чувак перепрыгивает и как раз на мой ствол. Все. Как говорится, изи. Весь лут стал, его стал мой лут. А все почему? Потому что спешить не надо. Прошел несколько метров, послушал. Пошел несколько метров, послушал. Ну это когда застройка. Понятно, на открытое пространство слушать бесполезно. Ну вот, там больше, наверное, смотреть надо будет. Хотя против снайпера, хоть смотри, не смотри, снайпер не засел там в кустах. Свалит тебя с любой точки. Недостаточно одного выстрела в голову. Интересно отражение от чего здесь, от солнца. Прикольно. Непонятно. Это... Я не бегусь за лутом, конечно. Хоть смысл лут собрать. Но... Любой лут. Ну куда бедно. То есть да, можно собрать, пойти сюда на стройку, там набрать всего, да, но есть большая вероятность встретить там ЧВКшника. Здесь, конечно, вероятность есть. Но она меньше, чем там. Здесь много строительного мусора. Смотри, что осталось. Ага, что-то есть, что-то не взяли. Либо вообще не смотрели. Ну, ткань отлично. Супер. Три ткани. Это супер. Так, дальше. Синферит тут, значит, кто-то там, возможно, есть. Чик-чик-чик-чик-чик. Еще раз повторю, спешить нам некуда. Так же, как и по АГБ можно за последней волной идти и набраться таблеток. Ну иди одним из последних. Самое забавное, что от тебя не ожидаешь это. Так, что места нет еще? Вот так, ничего интересного. Что те, кто сзади идет перед волной, думают, что они последние. Поэтому, в принципе, назад редко смотрят. А ты там как раз в этой волне идешь. Точнее, за кольцом последним. Да, тебе подхиливаться нужно. Ну, особенно на первых волнах, да, то есть там хилка очень мало входит. Там спокойно можно существовать долгое время. А ближе к центру, понятно, хилка быстрее. Тут кого-то я слышал. Все. Да, нормально все несы. Так, сумка, да, насрать на сумку. В принципе. Здесь что-то, здесь можно еще что-то забрать, если не забрал чувак этот. Ну пусть. Он не собрал. Так, ну денежка, копейка, конечно, что такое. О, неизвестный предмет. Неизвестный предмет, если есть, я сказал Винни-Пух. То его сразу нет. Так, ладно, погнали. Значит, стрелочка делать, попробую перезагружусь потом. Так, 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 что здесь интересненького? Я обычно, если переящики ничего не находится, я сразу сваливаю. Что это, в принципе? Так. Сломай ногу, не сломай ногу. Сломал. Блин. И что мне сейчас ковырять, что ли? Ёпарас это. Ну-ка. Ну вот. Не делайте так никогда. Да обе ноги сломал. Класс. А что я не так сделал? Может спрыгивал, все нормально будет. Присел? Присел. Да, блин. Сломал нога, как вам сказать, кстати. Эй, чувак, дай мне чего-нибудь. Чувак. Как кнопку нажимает его зайти, я уж не помню. Есть что-нибудь? Нет, ни хрена.
Ладно, погнали. Что-то печально, конечно. Что, у меня еще и здоровье уходит, наверное. Да, конечно. А подлечить-то его нечем. Мы молоком. Сейчас попьем молока, и все будет хорошо. Угу. Навык метаболизма выше на 2. Прыгать нельзя. Я, походу, сдох. Эй, стучий. Что-то мне вообще хреново. Не надо было прыгать, наверное. Как он на сломанных ногах вообще идет? Сквозь хруст и шелест. Попробуй сломанными ногами пойти еще и по лестнице. Фантастика. Киборг. Остановиста. Там здесь должно быть что-то быть такое аптечное. Если нету, то мне кабздец. Так, что-то вроде. Нет, ничего нету. Забрал все. Чудак. Эх, ребята, походу мне нужно десантироваться отсюда. Я не дойду до конца. Что у нас где конец-то? У нас конец. ЖД Тарков. Ооо, ЖД в порту. Полка 1/4 карты пилить. С такими темпами я. Оу, чё там? Мазафака, чё? Всё выбрасываю.